Здравствуйте, любители рыбалки. Сегодня я с вами хочу поговорить о том, как я делаю парашют для доставки прикормки к месту лова. Для того, чтобы сделать парашют, я беру такой бутыль 5-литровый. Можно было бы сразу с него сделать, вырезать. Но я хочу немножко поиграться при помощи фена. Вот эти вот, места сделать более округлые. Ну, что получится, давайте посмотрим. Что-то она мне не совсем нравится. Да, и как же она будет выглядеть? Да. Она полностью изменила форму. А я хотел не этого. Да. Интересно, девки пляшутся. Мы сейчас попробуем, что нам получится. Так. Вот это уберем, чертовой матери. Называется, хотел сделать как лучше, получается как всегда. Смотрим, что с нее получится, но пока мне не очень-то и нравится. Хотя, может быть, получится нормально. Сейчас вырежем, и будет видно все. Феном это эксперимент. В принципе, я феном пользуюсь только второй раз. Один раз попробовал, мне вроде понравилось. Хорошая кормушка получилась. Хороший парашют. А в этот раз я не знаю, что оно будет. Ну да. Может, здесь сделать глубже, чтобы. Хотя шарик ляжет. Ну, получается вот такая конструкция. В принципе, пойдет. Сюда в середину ложится шарик. Вот где-то вот такой будет держать. На рыбалке я вам покажу, как он будет себя вести.
Можно еще обрезать его. Поглубже сделать саму посадку. Заусенец не было, потому что заусенец — это плохо. Кстати, вот от фена вот этот пластик стал намного жестче. И мне больше нравится. Ну вот, где-то так. Так, теперь возьмем пробойник. И здесь пробьем два отверстия. Отверстие лучше делать или пробойником, или выжигать. Потому что вот это самое слабое место в парашюте. В первую очередь оно будет именно там рваться. Ну вот и все. Так, теперь беру термоусадку. Вот таких вот два кусочка. Веревочки, кусочек, начинаю собирать ее. Здесь маленько надо ее садить. Вот так вот. Эта термоусадка пойдет вот в отверстие, чтобы еще дополнительно защитить отверстие. Теперь вторую термоусадку. Ну вот и все. Теперь сделаю петельку для того, чтобы крепить на основную леску. Все. Вот такой у нас получается парашют. А как он работает, я посмотрю и покажу вам на рыбалке. Все, будьте здоровы, ни хвоста, ни шеи.